И снова здравствуйте, вы на канале Device. Сегодня у нас на обзоре игровая клавиатура Bloody B180R. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Клавиатура Afotec Bloody B180R – удобное многофункциональное устройство, предназначенное для подключения к игровому компьютеру. С ее помощью можно эффективно управлять процессом игры и получать отличные результаты. Клавиатура выполнена из прочного пластика в традиционном черном цвете и классическом дизайне. Утяжеленная конструкция не будет скользить по столу даже во время самых ожесточенных сражений и не соберет на себе отпечатки, сохраняя опрятный внешний вид. Полноразмерная раскладка включает в себя 104 мембранные клавиши классического типа с высоким ходом, которые расположены в корпусе скелетона, обеспечивающим беспрепятственный доступ к их механизму. Имеется в виду, что кнопки можно легко снять, когда возникнет необходимость почистить их от пыли и грязи. Устройство подключается к компьютеру через USB-интерфейс с помощью провода длиной 1,8 метра. Кабель имеет оплетку, защищающую его от повреждений. Все кнопки данной модели имеют мембранный механизм, отличающийся хорошим тактильным откликом и тихой работой. Конструкцией клавиатуры предусмотрена RGB-подсветка клавиш с огромным количеством различных цветов и оттенков в 5 различных зонах свечения. Она имеет полноцветные и анимационные режимы. Предусмотрено 7 световых профилей. Устройство может переливаться и мигать в такт ходу игры, создавая максимально комфортную атмосферу для погружения в действие. Кнопки навигации WASD выделены отдельно. И если ты переусердствуешь, то в наборе есть сменный комплект этих клавиш. Клавиатура оборудована ножками из силикона, которые надежно фиксируют ее на поверхности, предотвращая смещение. Предусмотрена защита от жидкости за счет дренажных отверстий, выводящих воду с поверхности. Клавиатура имеет кнопку FN, которая служит для расширения функционала. Например, с ее помощью можно регулировать громкость непосредственно во время игры. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Отсутствуют надписи функциональных клавиш. Подсветка слабенькая. Несколько клавиш заметно слабее подсвечены, чем остальные. Пробел звенит пружинами. Пробел надо прожимать сильнее и до конца. Шрифт бесспорно плохо читаем с непривычки. Без подсветки вообще не будет видно букв. Непонятный софт. Но есть и позитивные отзывы. Компактный размер. Красивое покрытие корпуса сверху. Негромкое по сравнению с другими более дешевыми мембранками. 4 режима подсветки и 7 цветов по умолчанию. Сменные клавиши WASD. Двухэтажный Enter, длинный Backspace. Высокое качество сборки. Короткое время отклика 1 миллисекунда. Легко чистить. Возможно, вы станете владельцем этой модели клавиатуры. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!